Так, это Сатурн. По крайней мере, его абрис. 17 января 2024 год, Запорожье. Сейчас уже должны быть старлинки показаться. О, куда ты бежал? ИСО 6400, поэтому такой жуткий, конечно, мыльный кадр. Ну, чтобы вам было понятно, сейчас вот такой у нас зимний вечер в Запорожской области. То есть совершенно еще светленько. Давайте, пока я жду старлинков. Вот вам красота. Юпитер и Луна. Уменьшаю выдержку, почетче Луна. Более блеклый Юпитер. Да, ну, наверное, слишком светло. Старлинка мы, наверное, не увидим. Unfortunately. Наслаждайтесь луной. Ближе приближать не буду. Нет смысла. Будет все размытое. И по идее прямо сейчас должны лететь старлинки. Да, да. Ну, будем посмотреть. Сильно сомневаюсь, что при таком светлом небе. Давайте я пока на Юпитере покажу. А, там же спутников не видно. Сейчас все спутники спрятались за Юпитер. Галилеевы спутники, в буквальном смысле. Не шучу. Просто сейчас в кадре предыдущем было, что Ганимед прятался справа. Ну, может, он уже слева вылез. Каллисто слева должно увидеть. Ну, Каллисто он у него видать. Вот он далеко. Ну, сейчас и Ганимед, и Ио, и Европа. Европа перед. Юпитером. Ребята, это, конечно, не серьезно. На таких выдержках снимать. Да. Пошли к Луне. 10 минут нам обещали старлинков. За 10 минут, конечно, что-то потемнеет, но не сильно. А вот видно, кстати, затемненную сторону Луны. О, ну что, можно же интересно тоже посмотреть. Вон даже звездочка какая-то рядом с Луной видна. По-моему, тоже ничего зрелище. Пусть на мыльной засветке 6400. Смотрите, как мы четко видим. Темную сторону Луны. Достаточно жуткий у меня голос был. Ладно, я оставлю. Возьмем, где же наши старлинки. Ну, как и следовало ожидать, нигде.
слишком светло. У Старлинка звездная величина 2,2. А если мы Сатурн разглядели 5 минут назад, то у него там 0,9, по-моему, звездная величина. Не то. Похоже на грецкий орех. Нет, это похоже, вот представьте, что это улыбочка такая пингвина. Два глазика, он две звездочки сверху и снизу. Как будто пингвин заглядывает в камеру, наклонив бок. Это называется пареидолия, способность видеть в абстрактных образах знакомые какие-то объекты. Два глаза есть, клюв есть, чем не пингвин. Вот так я сделал, чтобы было видно, что это все-таки не пингвин. Ну ладно, значит, обошлись без старлинков. Сейчас 17:25 еще будет МКС пролетать. Дождусь я его. Ну сейчас я там сколько времени. А вы пока пообщайтесь с пингвином. Ну, в общем-то, 25 минут осталось, можно. Ладно, хорошо, 17 января 2024 год, Запорожье.